Ваш лікар з Володимиром Цинкаленко. Партнер програми «Ваш лікар» – Український інститут пластичної хірургії та косметології «Віртус». Ще раз добрий вечір, дорогі телезрителі, ті, хто присоединився к нам. Ви смотрите передачу «Ваш доктор». Консилиум, который здесь собран, сегодня обсуждает разные вопросы сосудистой патологии в практике клиники эстетической медицины. И вот нас сейчас мы ответим на два вопроса, которые были до нашего перерыва, связаны с проявлениями варикозной болезни сосудов нижних конечностей. Одно из направлений, которое есть сегодня в Институте пластической хирургии «Виртус», важная часть нашей работы – которая имеет и функциональные, которая создает и функциональные проблемы, проблемы здоровья, и нередко эстетическая проблема в нижних конечностях, которая также беспокоит порой наших пациентов. Сергей Валерьевич, наверное, для начала в общих словах о проявлениях варикозной болезни, а потом мы уже в деталях ответим на вопросы о лечении, да? Вы знаете, безусловно, вот по интересу, который только что принесли наши пациентам, возможно, будущее, проблема действительно очень актуальна. И большинство все-таки пациентов воспринимают ее как чисто эстетическую проблему, хотя за ней стоит и многие функциональные нарушения, которые вначале незаметны, и человек многие годы может ходить с небольшими капиллярами, с небольшими расширенными венами, но ощущать тяжесть в ногах, может, возможно, какие-то ночные судороги, какой-то дискомфорт. Я думаю, что, в общем-то, даже небольшая расширенная вена – это повод прийти на консультацию к специалисту, который направит на диагностику, чтобы действительно разобраться в ситуации. Если это какие-то небольшие капилляры, телеангиектазии, которые возникли на фоне каких-то гормональных нарушений, на фоне беременности, на фоне приема противозачаточных средств, то и, в общем-то, способы их удаления будут достаточно простые. Это, возможно, лазерная коагуляция через кожу, без повреждения кожи. В зависимости от диаметра может быть применена склеротерапия. Если это более выраженная варикозная болезнь, чем более крупных узлов, там, конечно же, требуется уже хирургическое лечение, потому что просто склеротерапией мы не добьемся каких-то длительных функциональных результатов, хороших, эстетических. Но, тем не менее, даже хирургическое лечение вот в сегодняшнем смысле, в сегодняшних реалиях, это не какая-то большая операция вот для пациента. Это достаточно быстро и просто, потому что на самом деле вокруг этих операций, вокруг этой болезни роется множество мифов. То есть это не инвалидизирующая операция, это операция, не приносящая эстетических, новые эстетические проблемы. Это операция, ликвидирующая эстетические проблемы и помогающая улучшить качество жизни, помогающая уменьшить выраженность хоть неприятных ощущений в ногах и обеспечить длительный, стабильный, хороший результат без рецидивов. Спасибо, Сергей Валерьевич. Я хочу вот задать вопрос Богдану Ярославовичу. Богдан Ярославович, вот давайте начнем вот с тех, вернее, теперь вернемся к тем вопросам, которые были заданы нашими телезрителями о капиллярном расширении вен, о ретикулярном расширении. Что это за патология? Что за ней стоит? Какие исследования надо делать? Как она лечится? Ну, для початку коротко хочу розказати про саму структуру судин, яка є в ногах, тому що не всі правильно розуміють. Тільки що одна з пацієнток назвала, що це не вени, а судинки. От, насправді і вени, артерії, лімфатичні судини – це всі судини, які є в ногах. По артеріях кров попадає до всіх органів. Це приток. По венах і лімфатичних судинах йде відтік від ноги. От. І розширення вен свідчить про те, що порушується відтік крові від ноги. От. Тобто ці судини виносять кров, яка відпрацьована. От. І ця кров, коли починає застоюватися в нозі, коли починає розвиватися варикозна хвороба, тим самим викликає порушення живлення шкіри, в тому числі, також всіх органів. І поступово розвиваються набряки, шкіра втрачає свої властивості і з'являються трофічні розлади, починають розвиватися різні дерматологічні прояви, подразнення шкіри, дерматити, екземи. Богдан Ярославович, можна от на цій фразі я вас встановлю? Ми відповімо ще на один телефонний дзвінок наших телезрителей і продовжимо, будь ласка. Тому що все, да, будьте добрі, ваш вопрос. Добрий вечір. Добрий вечір.
что такое вены и как с ними жить и как существовать, и хорошо знаю. Хочу выразить особую благодарность доктору Кадышникову за его легкие руки и за то, как он качественно изменил мою жизнь. Ну, в течение где-то последних моих 5 лет. Спасибо вам. Рано также за другие процедуры, которые он осуществлял. И особая благодарность профессору Туркаленко за создание такой клиники, как Виртус. Спасибо большое. А вопросов у вас нет? Тогда спасибо большое за реплику. Мы очень признательны нашей пациентке и признательны за то, что есть теплый отзыв. Это всегда ради этого мы и работаем. И это особое мнение пациентов, тем более так вот высказано в эфире. Спасибо вам большое за это. Владимир Славович, а вот я хотел, знаете, на чем остановиться? Вы говорили об анатомии. Я не готов, чтобы мы сейчас продолжили о всех тонкостях анатомии сосудистой системы. Но ведь даже за небольшими вот этими сосудиками, как сказала наша пациентка, ведь стоит реальная проблема венозного тока. Как она диагностируется? Какие подходы к лечению? Так, це дуже важливо. Не відразу побачив вени і починає зразу щось з ними робити. Потрібно продіагностувати, яка ж проблема, тому що розширені дрібненькі судинки на шкірі – це лише, можна сказати, вершина айсберга. А самі серйозні зміни можуть бути глибше, які себе ще не проявили, але які в результаті можуть привести до того, що не зовсім ефективне буде лікування, яке розпочнуть без обстеження. Тому обов'язково потрібно проводити УЗІ вен ніг. Воно завжди може показати, наскільки порушений кровотік, наскільки порушена чи добре працюють клапани, наскільки є анатомічні якісь аномалії, які можуть привести до відсутності ефективності такого традиційного лікування і вибрати оптимальний метод лікування. Я хотів би, знаєте, Богдан Васильович, я от що думаю. Ви привезли з собою, да, Сергій Валерійович, теж небольшого кількості фотографій ілюструючих. Давайте ми проілюструємо нашу дальнішу бесіду тими фотографіями, які ви привезли з собою. Будьте добры, покажите нам, пожалуйста. Сергей Валерьевич, вы начните, да, я Богдан Мирославович поддержу. А вот или Богдан Мирославович, будьте добры. Тут мы на цих фотографіях ми бачимо результати склеротерапії. Значить, це, можна сказати, відповідь на те запитання, яке задавали нам пацієнтки. Дрібненькі судинки, венки розширені в товщі шкіри. Вони забираються за допомогою амбулаторної процедури, називається склеротерапія. Введення препарату спеціально розробленого для того, щоб заклеїти ці вени. Після процедури потрібно носити компресійні колготки або чулки на протязі до 2 тижнів. І можливо проведення кількох процедур. 1, 2, 3 процедури. І от, як ми бачимо, можливо добитися повного зникнення оцих розширених судинок. От. І в результаті лікування ми отримуємо повністю чисту шкіру. Спасибо большое. А Сергій Валерійович, а можна вас по поводу операції, яка здесь проєстрирована? Да, ви знаєте, вот, пример пацієнтки, яка дійсно дуже довго ходила з варикозними шийними венами, причому десь двустороннє пораження. І це нові технології, нові оперативні підходи дозволяють вирішити цю проблему одномоментно з 2 сторон. Вот тоже яркі примери варикозних шийних вен, які, в общем-то, пациенты, от которых избавлены при помощи новых технологий. Это эндовенозная лазерная коагуляция. Это комбинированные операции, лазерная коагуляция и микрофлебоктомия. Наша задача, чтобы у пациента оставалось минимум следов на коже и максимальный функциональный результат. Вот молодая женщина, типичный пример, 36 лет. После беременности возник варикоз, который был ликвидирован при помощи лазерной коагуляции и микрофлебоктомии. Сергей Валерьевич, а в чем принципиальное отличие традиционной венэктомии от лазерной эндовенозной коагуляции? Во-первых, отсутствие повреждения окружающей ткани. Дело в том, что одним из самых травматичных моментов выполнения флебоктомии, венэктомии, удаления вены, это именно сама экстракция, это вытягивание вены, при котором возможно повреждение лимфатических протоков, повреждение окружающей ткани. Это создает большую раневую поверхность, которая как бы снаружи не видна, но тем не менее она присутствует внутри. Соответственно, это дольше заживает, это больше болит, это все-таки операция, она оставляет больше следов после себя, больше рубцов. Лазерная коагуляция, она проводится без повреждения окружающей ткани.
лазерный луч воздействует только на выстрелку внутреннего сосуда, что приводит к спазму сосуда, к его склеиванию, то есть отсутствие повреждения окружающей ткани прежде всего. Второй момент – это то, что лазерный световод можно привести через очень маленькие проколы кожи. То есть нет необходимости выполнения разрезов. Наши пациенты не снимают швы. И, в общем-то, наши пациенты, они встают и ходят через 3-4 часа после операции. Нет необходимости в постельном режиме длительное время. Они достаточно активны в ближайшие сроки после операции. Не повреждается и удаляется без цвета окружающие лимфатические сосуды и так далее. Совершенно верно. Традиционно длительное лежание с поднятыми ногами, восстановление лимфатического тока, да? Вы знаете, основной жалобой пациентов после операции является жалобы на ношение чулков. Они надоедают. То есть это говорит о том, что ни боли, ни какие-либо другие, в общем-то, дискомфортные состояния их не беспокоят. Спасибо большое, Сергей Валерьевич. У нас есть еще один звонок наших телезрителей. Будьте добры, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я 2,5 года назад сделала операцию тоже по варикозу, и у меня пятно темное на ноге внизу. Еще перед операцией, мне сказали, немножко светлее станет, но оно так и темное, можно что-то сделать. И очень много мелких таких жучков по ногам тоже появляется, и на другой ноге тоже. Главный Александрович, можете ответить, да? И течет иногда вот это пятно. Ну, появление такого пятна может свидетельствовать о том, что в этом месте, возможно, нарушился один из клапанов, который соединяет глубокую венозную систему и с поверхностной. И в этом месте начинают расширяться маленькие сосуды, формируются телеангиоктазии, поэтому и такой цвет пятна. Вот. Для того, чтобы его убрать, конечно, надо, во-первых, обследоваться. Скорее всего, такое лечение будет не операционное, а более инъекционные методы, щадящие в амбулаторном режиме, когда человек приходит, ему делаются уколы, накладывается повязка, либо компрессионные колготки одеваются, и человек уходит домой. Богдан Александрович, еще раз, как записаться к вам на консультацию? По телефонам 35-61-68, 35-61-69. Можно записаться на прием, и на, желательно сначала на УЗИ вен. Нет, ну, придет к вам на прием, и вы отправите на специальное дуплеровское сканирование, определите характер изменений, да, венозного тока. Для начала надо определиться с анатомическими особенностями организма для того, чтобы выбрать метод лечения, который подходит именно для этого пациента. Эти же исследования можно провести параллельно с вашей консультацией. Конечно. Да, спасибо большое за вопрос. Сергей Валерьевич, вот мы говорим о разных вариантах решения проблем варикозной болезни. Не просто мы говорим об обследованиях. И как-то мы говорим о лечении капилляров и так далее. Но ведь за этими капиллярами тоже может стоять и нарушенный перфорантный сосуд. Я хотел бы, чтобы вы обратили еще раз на это внимание. Вы знаете, вот на примере этого вопроса, этой пациентки, которая, возможно, нашей будущей пациентки, я бы хотел сказать, что варикозную болезнь нужно лечить вовремя, потому что пигментные пятна, которые существуют до операции, это признак начала изменений в коже, то есть ухудшение кровотока по венам приводит к возникновению дерматофиброза. То есть кожа пигментируется, она превращается в такую соединительную ткань, замещается соединительной тканью. Соответственно, и это говорит о запущенности процесса. Скорее всего, там есть перфорантный сосуд, который поддерживает это состояние. Однако это состояние можно излечить. Как правильно сказал Богдан Ярославович, это инъекционная склеротерапия, может быть, под контролем УЗИ, в перфорантную вену. И в дальнейшем это, возможно, депигментационное лазерное отбеливание кожи. Спасибо большое. У нас есть еще звонок наших телезрителей. Будьте добры, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел задать вопрос. Где адрес находится ваша клиника? И второй вопрос. Сколько же стоит ваши услуги? Спасибо большое за ваш вопрос. Сергей Валерьевич, будьте добры тогда. Мы ведем прием в нашем офисе на улице Бунина, 10. Запись по телефону 35-61-68, 35-61-69. Либо в нашем хирургическом отделении на улице Судостроительной, 1. Это район 5-й станции Большого Фонтана. Запись по телефону 746-55-44. Стоимость процедур, в зависимости от того, что это такое, если это склеротерапия, это от 1500 гривен. Если это операция большого объема, до 8-9 тысяч гривен. У нас есть еще звонок наших телезрителей. Будьте добры, ваш вопрос.
Добрый вечер. Вот иногда лопаются сосудики, и на месте появляется синяк такой, который печет определенное время. Это опасно или все-таки надо обратиться? Богдан Мирославович, ты? Такие проявления довольно часто встречаются у женщин. Вот, обычно их называют повышенной ломкостью сосудов. Конечно, любое появление каких-то пятен, каких-то изменений цвета кожи и болезненности является показанием к обращению к врачу. Во-первых, надо сдать общий анализ крови, вот, с тромбоцитами. Вот, оценить также другие параметры, если есть какие-то эндокринологические нарушения, вот, нарушения в других системах органов, например, при патологии печени бывает, в различных гормональных изменениях. Вот, нужно комплексно обследовать пациентку и тогда подобрать правильное лечение. Иногда просто достаточно там витамина С, а иногда это серьезное какое-то заболевание, которое требует специализированного гематологического лечения. Поэтому сказать так точно нельзя. А вы до консультации поможете разобраться с этой ситуацией? Обязательно. Будьте добры, тогда еще раз, как вам записаться? По телефону 35-61-68, 35-61-69. Спасибо большое, Богдан Мирославович. Остается буквально меньше 4 минут. Геннадий Игоревич, я хотел еще раз к вам. Мы сегодня говорили как бы о сосудистой патологии. Это, с одной стороны, ишемические нарушения кожи, которые, видите, и при варикозах встречаются, и при возрастных изменениях. С другой стороны, говорили о новых хирургических технологиях. Вы заведующий этим отделением, в котором осуществляется этот комплекс. Ваши пожелания нашим телезрителям с точки зрения, вот как им разобраться, к кому приходить, или как правильно сориентироваться вот в своих проблемах? Ну, самое главное, чтобы пациенты понимали, что без адекватной специализированной помощи они сами разобраться не смогут. Им не поможет ни аптекарша, который не придут, скажет, вот у меня синячок, дайте мне таблетку, чтобы он прошел. Ни интернет, в котором они могут найти какую-то информацию, где сейчас все лечатся в интернете и в аптеках. Им достаточно прийти на консультацию к опытным врачам-специалистам, такие, как работают в нашей клинике, для того, чтобы врачи оценили ситуацию, продиагностировали и назначили адекватное лечение. И я рекомендую и советую всем пациентам, которые нашли у себя какую-то патологию, которым что-то беспокоит, не сидеть дома, не ждать, а обратиться в клинику. Телефоны, уже говорили неоднократно, 35-61-68, по которым наши администраторы запишут вас именно к тому специалисту, который сможет помочь и разобраться конкретно в вашей ситуации. Это и могут быть и урологи, и лор-врачи, и врачи-гинекологи, и дерматологи, и сосудистые хирурги, и общие хирурги, и пластические хирурги. То есть у нас огромный арсенал врачей, которые смогут не только продиагностировать, но и вылечить достаточно сложные заболевания. Поэтому будьте все здоровы, но и в то же время не забывайте о том, что необходимо при появлении каких-то малейших там изменениях в работе организма обращаться к врачам и получать адекватную помощь. Спасибо большое. У нас еще пару минут. Лена Анатольевна, а как вам с хирургами? Вы дерматолог, ну, терапевтическое направление. Как вы в компании с хирургом выживается наша нехирургическая работа? Уживаемся достаточно комфортно. Я думаю, что, наверное, практически каждый второй пациент, который обращается в нашу клинику, как бы получает двойную консультацию и врача-дерматолога, косметолога или трихолога, если это необходимо, обязательно консультация врача-хирурга. Мы всегда работаем в тандеме и помогаем друг другу в клинике. Спасибо, если большое это требует. Да. Сергей Валерьевич, еще есть у нас пару минут. Ваши пожелания нашим телезрителям? Сохрани хороший кровоток во всех частях своего тела. Спасибо большое. Анна Владимировна, два слова с вашей души. Хотел сказать, что вчера был День Святого Валентина, и мне бы хотелось пожелать нашим пациентам, чтобы единственная болезнь, которой они болели, была любовь. Спасибо. И Богдан Мирославович, последнее слово вам. Хочется тоже пожелать позитивных эмоций, потому что позитивные эмоции тоже дарят здоровье людям. И улыбаться. Спасибо. Наша передача, уважаемые телезрители, подходит к концу. Сегодня мы пообщались о разных проявлениях сосудистых нарушений, которые приводят к изменению внешнего вида, к появлению ранних морщин, к появлению пигментации, к выпадению волос, которые проявляются врожденной, при которой встречается врожденная патология в виде гемангиомы и так далее.
те, которые зарабатывают в процессе жизни, это заболевания сосудов нижних конечностей, разнообразие сосудистых проблем, которые имеют и функциональные нарушения, и эстетические, решаются командой специалистов, которых я сегодня с вами еще раз, о которых я сегодня вам напомнил. Всегда рады вам помогать, всегда обращайтесь, и, надеюсь, вы всегда получите абсолютно профессиональную помощь. Спасибо вам за внимание и до встречи в следующей нашей передаче. Партнер программы «Ваш лікар» – Український інститут пластичної хірургії та косметології «Віртус».